Добрый день. У нас уже почти все готово. Присаживайтесь, пожалуйста. Что это? Это наш новый образец хранилища. Мы добились невероятных успехов с этим экземпляром. Аппарат не подключен к центральной сети, а значит, исключено любое воздействие извне. А он что, может меня видеть? Да, и слышать тоже. По сути, вы разговариваете с живым человеком, но за одним исключением. Можем начать? Да. Да, добрый день. Меня зовут Георгий. Я представитель ведомства по внутренней безопасности. Я бы хотел задать вам пару вопросов, если вы не против. Нет, не против. Тем более, что в последнее время у меня мало гостей. Хотел бы прояснить некоторые детали вашего дела. Я уже все рассказал, и добавить мне нечего. А, вот как. Хорошо. Мне поручено составить подробный отчет вашего дела. Но после этого, я обещаю, вас никто не побеспокоит. Весь цифровой поток у нас есть. Хотелось бы от вас услышать, как все было, Нила. Думаю, все началось в ноябре, когда Временное правительство начало захватывать власть в стране. Стоп. Сергей Александрович, мне хорошо известна история новейшей России. Поверьте, у меня в школе была пятерка. Я здесь для того, чтобы понять, что послужило причиной вот этого вашего поступка. Когда впервые пришла вам в голову эта идея? Почему вы решили заняться искусством? Мои родители, они считали, что искусство – это важно. Только в искусстве раскрывается истинный потенциал человека. А как же другие направления? Ну, сельское хозяйство, труд, музыка, и, там, наука. Разве человек здесь себя не может проявить? Музыка – это тоже искусство, по крайней мере, одна из ее форм. Так, интересно. Значит, наука. Многие научные открытия были сделаны под впечатлением писателей-фантастов. Они не думали о техническом развитии общества, они просто творили чистое искусство. Сергей Александрович, пройдите в кабинет к директору. Заходи, садись. Так. Скажи, чем мы тут занимаемся?
созданию виртуальных миров и проектированию цифрового пространства. Нет! Мы занимаемся созданием миров, в которых наш клиент не должен усомниться. Ну, просмотрел твой проект леса. Ну, разочарован, Сережа. Ты же полгода с ним копаешься. А в итоге что? Так я почти закончил. Мне осталось настроить цвета и проработать форму движения листвы. Самородов! Несдача проекта в срок ведет к недельным трудовым работам. Вот тебе список исправлений. Иди, Сереж. Иди, иди. Работай. Андрей Васильевич, в списке всего 3 пункта несоответствия. Так. Я их исправлю за 2 дней. А на этих трудовых работах я неделю потрачу впустую. Впустую? Самородов. А родине помогать? Это что для тебя, пустое дело? Тем более ты знаешь, что мы каждый месяц обязаны отправлять 2 человек в помощь городу. Тут... Иди. Вам нравилась ваша работа? Да. Значит, вы считаете, что Андрей Васильевич поступил правильно, что взял вас на работу, да? Конечно. Он один из немногих людей, кто решил не следовать вашим идиотским правилам. Идиотским. Вы считаете, что в правительстве сидят тугодумы и принимают идиотские решения? Думаю, у власти находятся люди, которых там быть не должно. Они больше делают вид, что работают, а на самом деле это просто кучка бесполезных людей, которая захватила власть и, думаю, теперь уже никогда ее не отпустят. Но ведь каждый год принимается ряд важнейших для страны решений. Я думаю, что... Георгий, я свободен и могу говорить и думать все, что хочу. А вы просто шестеренка в механизме, и ваше мнение ничего не значит. Поэтому давайте не тратить время. Уровень производства экспорта вышел на новый рекордный уровень. Также к концу года ожидается повышение заработной платы государственным служащим и органам правопорядка. Не забывайте мыть руки, берегите себя и своих близких. Которую ты просил. Слушай, у тебя есть 2 суток, чтобы все распечатать. Затем надо будет все вернуть. Сам понимаешь. Сейчас с этим туго. Ну, рассказывай. Как прошло собеседование? Когда приступаешь к работе? Так, сегодня четверг, значит, никогда. В смысле? Они же сами тебя пригласили. Ты же говорил, что твоя работа их впечатляет. Говорил. Вы только подумайте, 418 капсул для полного погружения, 150 вариантов путешествий, в том числе и на другие планеты. Новая технология оцифровки сознания позволяет нам не просто создавать воспоминания, мы буквально помещаем сознание в виртуальные миры. А клиенты, в свою очередь, переписывают все свое состояние на счет нашей компании. Кстати, Сергей, на следующий год у нас грандиозные планы, поэтому мы всегда в поиске профессионалов, создающих виртуальные миры. Я бы даже назвал вас архитектором миров.
изучил ваше портфолио и позвольте пожать вам руку. Очень впечатлен вашей работой. Спасибо, Дмитрий. Ну так что, Сергей, вы готовы влиться в нашу дружную семью? Да, конечно. Но, боюсь, могут возникнуть проблемы с увольнением с прошлого места работы. Предоставьте это мне. У нашей компании очень хорошие связи. Мы часто сотрудничаем по разным вопросам. Так что я вас уверяю, никаких проблем не будет. Ну, в таком случае я согласен. Отлично. Тогда, я думаю, нас ждет впереди долгая совместная работа. Наши юристы уже на месте, и вы можете ознакомиться с договором и внести все необходимые правки. Мы всегда рады идти навстречу нашим сотрудникам. Мне понадобится от вас минимальное количество документов. Выписка со старой работы, банковские реквизиты и номер партийного билета. К сожалению, я не состою ни в одной из партий. Как не состоите? Это же основа всего нашего... Мой отец – участник Январской революции. Сергей, к сожалению, я не могу взять на работу беспартийного гражданина. У меня государственные учреждения, такой порядок. Да все я понимаю, Дмитрий. Выход я сам найду. Сергей, я уверен, что вас ждет большое будущее, но, к сожалению, не в этой компании и, наверное, не в этой стране. Да. Слушай, можешь тебе фамилию поменять? Вступишь в партию, сразу жить станет проще. Это просто мысли вслух. Что это? Помнишь, я рассказывал тебе про Виктора из Дали? Это который после революции бежал в Европу и открыл свою галерею? Друг отца. Это уже 4-е письмо от него. Предлагает мне выставиться в его галерее. Считает, что я могу создать идеальный проект. Я знаю, что думаю? Вот это и все остальные письма тебе нужно куда-нибудь спрятать. Или лучше сжечь. Никто тебя не выпустит из страны. Одумайся. Ты уже один раз пробовал, а вот за такие переписки можно на пару лет в трудовые лагеря уехать. Я правильно понимаю, это тот самый Виктор, который с твоим отцом дом правительства штурмовал? Ну ты же понимаешь! Ник, да все я понимаю. А еще я понимаю, что здесь у меня будущего нет. Максимум, что меня ждет, это работа в среднечковой компании без какой-то возможности роста и с минимальной зарплатой. Да здесь вообще ни у кого будущего нет. Только место в строю на завод. Звучит как-то печально. Ну ты пойми. Так хотя бы какая-то стабильность. Ведь могло быть еще хуже. Ладно. Мне пора на работу, а ты не делай глупостей. Ну что, Сергей Александрович, я рассмотрел материалы вашего дела и вынужден вам отказать. Правительство считает посещение капиталистических стран нецелесообразным. Ну что ж вы так свою родину не любите, Сергей? В партии не состоите. Нигде не работаете постоянно. И вот второй раз уже ко мне с этой бумажкой приходите. Страну любить нужно. Вот посмотрите вокруг. Люди трудятся на благо Родины, не покладая рук. А вы чего? Хотя знаете что? Я думаю, что я смогу вам помочь. Ну вот. У вас как раз есть еще время послужить Родине. В соответствии с законом правительства 12 июня вы направляетесь на срочную службу в трудовые войска. И всего через 5 лет вы сможете вернуться к своим художествам.
Ровно через неделю, в 12 часов, вы должны явиться в военкомат по месту жительства. Я лично буду контролировать этот вопрос. И если ты хотя бы на день, хотя бы на час опоздаешь... Я думаю, вы уловили ход моих мыслей, Сергей Александрович. Можете идти. Когда вами было принято решение? Даже когда я оказался на лайнере, я не мог принять окончательного решения. Как и любому человеку, мне было страшно. Я не был уверен, что смогу довести свой план до конца. Холод сменился приятным теплым ветерком. Невольно хотелось улыбаться. Проплывая мимо островов, я чувствовал невообразимый восторг. Было ощущение, что я вижу мир в первый раз. Острова были так близко, казалось, что до них можно было достать рукой. Но в то же время между нами была огромная пропасть. Путь, который мне предстояло пройти. И в этот момент я начал понимать всю серьезность задуманного мной. Когда лайнер скрылся за горизонтом, я понял, что я совершенно один. До этого момента я не до конца понимал, что меня ждет. Лайнер был моим единственным ориентиром, но когда он исчез за горизонтом и исчезли его огни, я осознал, что я совсем один посреди океана. Ты время видел? Ага. Привет. Разговор есть важный. Ну а почему вы пришли к Нику? Почему вы решили, что он вас не сдаст? А с чего вы решили, что ваш режим сможет разрушить человеческие отношения? Вы правда думаете, что запугивание и штрафы сделают из людей послушные стадо? А чем не нравится вам наш режим? Вы плохо живете? Помнишь, ты просил меня не делать глупости? Так вот я сделал. Я повторно подал прошение на выезд из страны. Ты серьезно? Зачем? Сейчас не об этом. Через 3 дня лайнер выходит из порта Владивосток. Идет до экватора, не заходя ни в какие иностранные порты. Соответственно, виза мне не нужна. Билет я уже купил. Ты в отпуск собрался? У меня есть 6 дней, прежде чем меня запихнут в трудовые войска.
на ближайшие 5 лет. Поэтому вариантов у меня теперь немного. Смотри, лайнер будет проходить вдоль береговой линии Филиппин. Вот в этом месте он будет ближе всего к маленькому острову Сиаргао. Остров гористый, поэтому его будет видно издалека. До острова где-то 9-10 морских миль. Поэтому если спрыгнуть с лайнера вот в этом месте, то... Серег, Серега, куда спрыгнуть? Ты куда собрался спрыгнуть? В океан? Ну да. Ты же ни разу в жизни не видел океан. Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? Так, стоп, стоп. Давай сначала. Ты хочешь взять тур на лайнер, доплыть до сюда, затем прыгнуть в океан, где водятся акулы, медузы и прочая дрянь? Угу. Да. Спрыгну ночью. У меня будет где-то час на прыжок. И к обеду следующего дня я стану свободным человеком. А если нет? Ты сможешь доплыть? Сколько там? 10 миль? 18-20 километров. 18-20 километров? А что, если капитан поменяет курс? Ты в курсе, что в океане течение очень сильное? Или... А если тебя поймают, когда ты будешь прыгать с корабля? Ты же понимаешь, что трудовыми войсками ты там точно не отделаешься. И все. Никакой тебе свободы. Слушай, Ник, я и сам знаю, что затея не из лучших. Но чем бы она ни закончилась, и как бы она ни закончилась, я в любом случае стану свободным человеком. Я так понимаю, отговаривать тебя нет смысла. Ты со мной? Да не, Серег. Мое место здесь, у меня тут семья, родственники. Да и плаваю я хреново. Меня не покидала надежда найти хоть какой-нибудь плавучий предмет. Но вокруг не было ничего. Мне казалось, что я только что родился, а земли вообще нет. Я видел первозданный океан точно таким же, каким он был миллионы лет назад. Я так волновался, что меня заметят во время прыжка, что совсем забыл о других опасностях. Алло? Алло, добрый день, Ник Тимурович? Да. Вас беспокоит из полиции майор Лишенко. Давно вы видели Самородова Сергея Александровича? У нас есть информация, что он отправился в отпуск на лайнере. Вы что-то знаете об этом? Да, он в отпуске. А что-то случилось? Несколько дней назад на лайнере обнаружили его пропажу. Есть предположение, что он по неосторожности мог упасть в океан. В смысле упасть? На лайнере алкоголь находится в общем доступе. Может, выпил лишнего или что угодно могло произойти. Мы сейчас занимаемся организацией его поисков. Как только что-то станет известно, я обязательно дам вам знать. Хорошо, спасибо. Всего доброго. Океан не казался мне враждебным местом. Напротив, мне там было даже как-то уютно. И если бы не осознание того, что я человек и мне нужно куда-то плыть, я, наверное, был бы счастлив. Чувствовали на тот момент? Вы чувствовали себя победителем? Да, в тот момент я понял, что принял правильное решение. Неважно, что будет дальше, я впервые почувствовал себя свободным. И
Эта галлюцинация стоила больше, чем вся моя жизнь до. Серега, остров рядом, остров рядом. Меня лихорадило и все больше клонило ко сну. Временами я ненадолго терял сознание. Мне казалось, что ноги совсем отсутствуют, и только дотронувшись до них, я мог убедиться, что они на месте. На горизонте я видел очертания острова, но сил плыть уже не было. И где-то в этот момент я начал отчетливо осознавать, что добраться у меня уже не хватит сил. Значит, все, что происходило далее, нам хорошо известно. 10 лет вы скрывались от нашего нового правительства, прятались там по углам. Зачем? Непонятно. Скажите, вот если бы у вас была возможность все изменить, вы бы изменили? Георгий, вы прекрасно знаете ответ. Ни вы, ни такие, как вы, никогда не смогут диктовать правила. Просто кучка неуверенных в себе людей, которые за счет власти пытаются самореализоваться. Признайтесь, всю вашу жизнь девушки отшивали вас. Я прав? Прав. Вы просто обиженный подросток. Сергей Александрович, а вы не боитесь, что я нажму на кнопку «Delete» и вы прекратите свое цифровое существование? Мы с вами прекрасно знаем, что, нажав кнопку «Delete», вы сделаете меня свободным. А на это у вас компетенции нет. Поэтому выполняй свои команды. Я лично позабочусь. Сделай мне одолжение. Встань, выйди из комнаты, чтобы я тебя больше здесь никогда не видел. Анечка, и сделай ему ад. А потом флешку удали. Хорошо. Отчет пришлю в течение недели. Давай. Делай то, что должна. Смотри, это я год назад была на китайской стене. А это мои новые варианты оцифровки. Недавно придумала. Мой котеечка. Нравится? Нравится?